Открытый телеканал представляет. Это все возведено в ранг какой-то религии. Да. Богов. Да. Даже вот сейчас, когда вроде бы все мысли заняты Потому другим. Что за этим стоит огромная сила общественного сознания. Что это наше, это мое. Мы все за это болеем. Из всех общественных занятий спорт, он наивысший. Несмотря на то, что там проходят миллионы там через руки. Все там. Равно. Все равно. Равно. Потому что человек, который играет, он этому отдается. Личность отдается. Даже если он получает за это миллионы и так далее. Это вы говорите о футболисте, да? Да. Ты понимаешь, это получается как бы все-таки у нас выше денег. То есть мы заплатили. Тот, кто платит, говорит, я готов за это заплатить. Еще миллион, еще 20 миллионов, еще 20 миллионов. Но у них в этом такой азарт. Это смешивается и с национальным уважением, и с... Ну, в общем, тут все. Это моя команда, это мой игрок, и это то, что есть у меня высшее в жизни. Я думаю, что и даже игрок, который играет, он играет не за деньги. Он играет за то, чтобы... насладить зрителей, по крайней мере, те, с кем я разговаривал. Mm-hmm. Он говорит, это была игра, на которой присутствовали 80 тысяч зрителей. Да, он о них говорит. Ты слышал это такое? Да, да, это красиво. Вот, то есть... Я играл для них, да? Да, да. Это больше, чем театр, это больше, чем все. Потому что нет такого соединения между зрителями и игроками, как в таком виде спорта. А вот скажите, вот не раз мы видим, когда забивается гол, и он бежит, открывается навстречу всем, и им что-то кричит им. Это он им кричит, что я сделал для вас, по-вашему, да? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Внутри этой игры получается, что когда он что-то делает, он выше денег, отдает это зрителям своим. А благодарность зрителей есть, да, естественно? Конечно. Да. Ты что? Это затрагивает очень высокие чувства, эгоистические чувства человека. И это высоко, вы считаете, да? Для человека в нашем мире спорт – это то, что последнее осталось. Все остальное – рыбалки, охоты – это все пропадает, это все исчезает, это все одевается слишком во всякую механику. Ну, это такой азарт для меня. Это я там один, да, здесь тут. Здесь нет, здесь нет. Хорошая игра, она вызывает интерес во всем мире. И когда подключается такое количество людей, и все смотрят, и за одним и тем же мячом следят миллионы, а иногда и миллиарды. Да. Иногда и миллиарды. Конечно, это, конечно, о, какая сила.